Всем привет! Сегодня у нас будет роллинг героев на 31 тысячу самоцветов. Мы на аккаунте моего подписчика Владислава под ником Инноватор, который находится в гильдии Неразрушимые. Бога в четверг, воскресенье, ну как обычно, как у всех, явка обязательно. Атака фортов 12.00. Босс 3, 5, 18. На битве гильдии первые и вторые, атака фортов рандомно, как и у всех, кто первым заспамил, тот и победил. Гильдия, смотрю, не полная, сила где-то от 120, 120, 150 тысяч, кидайте заявочки, вступайте. Так, что у нас по аккаунту? Аккаунт у нас донатный, донат до минуса. Сейчас посмотрим на его алтарь. Так, хранитель, ну, стойкость, не знаю, Анубис без талантика еще, Рино хорош, Гаргул хорош, Ара хорош, Тыковка тоже хорош, Череп нормально, так, Стрелку нужен талантик, Тесса интересная, конечно, с коркой, но не очень живущая, тут нужен талант, тут нужен Фрея с ожогом, тоже отлично. Дрейк, Ракуха, ну не знаю. Так, это не то, надо талантик. В общем, талантиков здесь надо, вот есть Повелитель Бури. Ронин с ожогом, отлично. Не знаю, почему он его не качает. Так, дерево надо, талант. Вот Минотавр, видимо, недавно только забрался. Вторым просветиком. Так, что тут еще есть такое интересное? Афинка есть с пятой ремочкой. Отлично. Седна. Да, тут неплохие герои. Некроса только не вижу. Некроса, Вольта. Их не хватает. Ну и Бигфута. Так, а что у нас по подземочках? Пятерочка. Пятые кошмарки, шестые не прошел. Ну, уже шестые можно было, в принципе, с такими героями зафармить. Вполне реально. Так, а что? По волнам. Аджей. Ну, то же самое, что у меня на китайке, в принципе. Так, какой там уровень у нас? КБшки. 22-й. Окей, так, смотрим, что у него тут еще есть интересного. Шапка вторая. Видимо, аккаунт недавно создавался, новенький аккаунт еще. Хорошо, ну что, поехали. Нам надо сегодня выролить Бигфута. Как обычно, не изменяем по 450. Так, убийца, панда. Хранитель сразу же, неплохо, сразу же хороший, конечно, герой, но он у него, к сожалению, уже прокачан. Так, королева, змеи, убийца, змея, опять. Рандомчик, давай, не подведи. Да ладно. Рандомчик. Триан, блядь. Это жесть какая-то. Блять, издевательство, ребят, это просто издевательство надо мной. Кто смотрел прошлый видос, там то же самое было. Падали все герои, которых нам не особо надо. Да, блин, что-то печаль. Фараон. Это жесть какая-то. Ну давай, где легенды? Паладин, охренеть. Как я люблю ролить, ребят, это просто жесть. Мне, блин, просто Ара упадает. Сноузила. Укротитель. Да ёб твою мать, Валентина. Чё это было? Где, блядь, топовые герои? Это просто жесть. Я в шоке. Падает все, что хочешь. Кроме того, что, ну, вообще, в принципе, не падает ни хрена толкового. Да. Я в шоке.
с этого дропа, конечно. Так, поехали опять. 450, 150, 450, еще 400. Дед Мороз. Да ладно, вы издеваетесь. Фараон опять. Рыцарь Друид. Да вы чё, блядь, одни магазинки будете давать? Блядь. Ну как это назвать? Ну, чё это за приколы? Почему у меня на аккаунте падают офигенные герои? Блядь, просто... просто топчик. Блядь, это жесть просто какая-то. Блядь. Офигенно легенды падают. Просто, просто офигенно падают легенды. Ну какие зато легенды падают? Да это просто огонь, друид. Варлок, блядь. Ой, да. Да, конечно. Доставать на таких аккаунтах, когда у тебя большинство героев есть, я даже не знаю. Это просто жесть. Вот 22 героя выбили, да? Не берем в счет этих, смотрим. Паладин, ниндзя, рыцарь, друиды 3 штуки, сноузила, фараоны 2, варлока выбили, тоже был варлок, ара был, Дед Мороз был, валька была, ну, укротитель был, ну, это просто жесть какая-то. 2 храна выбили. Ну, не знаю, это просто... просто огонь. Мне это так нравится. Так, 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 так. А сейчас мы сделаем ход конем. Ход конем не такой, как всегда. Попробуем ему затащить подземочку. Потому что ход конем мы можем на другом плеере сделать. Тут, к сожалению, сегодня у нас это не получится. Так, тыковка собрана. Анубис есть, тыква есть. Хранитель есть. Не понял, а где Купидон? А, Купидон вообще не вкачанный. Вот, понятно, почему здесь проблемы. У нас куб тут не вкачанный. Странно, очень странно. Ну-ка сейчас по рунам пройдусь. Теква, четвертая ремка. Да, печальненько, конечно, все. Купидона уже давным-давно должен был прокачать. Не знаю, почему так. Так, 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 череп, 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 череп нам не нужен, нам нужна. Что нам нужна? Не знаю, так, Фрейя стоит. Так, Анубис стоит, тыковка, хранитель, Купидон. А, ворожей есть тоже. Странно. Очень странно. Да, блин. Быстрый роллинг, ребят. Ну, сами видели. Нападала легенд нормально, но... не знаю, что-то последнее время мне... просто, просто... то ли не везет, то ли такой действительно рандом. Напишите в комментах потом, как у вас... с роллом, но мы сейчас попробуем после этого пофармить у меня. Посмотрим на рандомчик опять на моем накрученном аккаунте. Но я просто в легком ахуе с таких рандомов. Так, магия. Ну, магия все пятая. Странно. Идем. Кошмарка 5.
Так, по-моему, здесь на черепе. Да, здесь мы разгонялись на черепе. Разгона нет. Интересно. Так, ворожай у нас слился. Анубис у нас не бьет. Да, вот поэтому, судя по всему, из-за этого тут и слива. Не может черепа слить. Окей. Хотя, в принципе, Минотавр есть, но Минотавра надо тоже качать. Ну, Купидон. Нет разгона. Сейчас попробуем начинать с тыковки. Так, отлично, отлично. Черепа, черепа, всех слили. А от хила, блядь, ни хрена нету. Называется, всех слили. От хила нет. Странно как-то вообще. Ой, ребят, не знаю, не знаю. Может, ну его нахрен эти роллинги. Как-то пришло лето и не прет просто. Лучше убивать себя на бездонатном аккаунте. Так, окей, нанять. Ну отлично, ну тыковку слили, но ворожай есть. Давай, 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 Фрея, давай. Хоть затащим парня под земочку. Ворожай, блядь. Отхил давай. Ёпта. Эй, не дохнуть, не дохнуть. 28%. Сука, рахиты. Какие ж вы рахиты. Обидно, обидно, обидно. Ладненько, еще разок попробуем. Еще одна попыточка у нас есть. Да, Купидона, конечно, не хватает. Хотя бы Купидона надо ему качать по скиллу, потому что, ну... Очень печальненько. Так, есть. Берем юнитов. Ну, как видите, это рандом. Падает много героев, но падают магазины. Сейчас у меня, я больше чем уверен, зайдем и там, блядь, по-любому будет какая-то имба. Так, есть. Побежали. Так, может это значит с Фрей. То есть он себе ее долбит. Вот, вот, вот с кого надо было начинать. С Фреи. Ёбаный кибастус. Ну, 25%. Ну, тут однозначно должны уже добежать. Тыковка жива. Все, отлично. Затащили, даже на 3 звезды должны затащить, если тыковка, падла, не сдохнет. 50. Отлично. Конечно, аккаунт хороший. Для, я так смотрю, он новенький, но уже герои хорошие есть. Конечно, не хватает Бигфута ему. Но можно и без Бигфута справляться с такими героями. Вполне. 100%, отлично просто. Так, ну что, поехали дальше трешивать.
Попробуем пока без юнита. Вот, видите, Фрея. Фрея, в принципе, здесь очень неплохо помогла. Так, что тут у нас? Тут у нас тоже... Тут у нас тоже пипец. Ну, попробуем разогнаться. Ну-н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 у
чуть-чуть. Ворожай сейчас, сука, сдохнет. Отлично, отлично, красавчики. Ебошим дальше. Черепа, черепа, черепа. А, в принципе, нормально. Тыква, блядь. Где разгон, ебаный в рот? Так, Фрея. Блядь. Ебаная Фрея. Ну, черепа кто сольет? Черепа убивай, блядь. Сука, блядь. Как я люблю вот эти пиздатые походы, ребята. Так, хранитель там развлекается. В принципе, нормально развлекается. Ну, давай. Давай, 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 родной. Надо, надо хотя бы две звезды затащить. 40%. Отлично. Вот с Фреи начинать просто отлично. Нашли мы подход к пятым кошмаркам. Как видите, герои тут не особо топовые прокачки. Ну ничего, мы тащим. Что, затащим на 3 звезды ему? Я надеюсь, да. Должны, должны затащить на 3. Давайте, давайте, добивайте. 50 секунд. 50 секунд. Так, у нас еще здесь таблетка осталась. Ну, в принципе, нормально. Тут станущие башни. Ну, должны затащить. Ну. Давай, давай. 30 секунд. Блин, стан. Эх, 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 эх. Еще нам вниз бежать. 90, 25 секунд. Ну, они все, блядь, стоят как, блядь, вкопанные. Это жесть. Блин, обидно, обидно, обидно. Хотелось все-таки на 3 звезды. Так, что тут? 127 тысяч, блядь. Не, не успеем. Ну-ка, голуби, ёб. Да, они, блядь, нихера толком не бьют. 97, блядь. Ну, тоже хорошо. Так, две подземочки есть. Уронили мы только двоих героев, да? Это уже результат. Сейчас попробуем. Думаю, он уже после просмотра видоса будет также бегать. Так, раз, два, Фрея. Все пошли. Есть ускорение. Мы начинаем КВН. Давай, 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 давай. Тыковка есть, отлично. Все герои слили. Дальше разгончик пошел. Ну, я думаю, тут мы без проблем сейчас затащим. Всех вроде посливали. Конечно, есть вариант, что тыква сейчас просто сольется по-нубски и мы ни хрена толком не набьем. Но нет, все нормально вроде. Все под контролем. Давайте, 3 звезды. Тут уже надо 3 звезды просто тащить. Тут все живы. Отлично, отлично, отлично. Просто где тыковка наша? Где наша тыква? А тыква вверху с Анубисом развлекается. Все, 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 good. Так, есть. Вообще без потерь прошли. Жесткие, жесткие.
Фух. Да, надо было начинать, наверное, сначала с подземок. Пройти сначала ему подземки, потом ролить. Да, обидно, конечно, с роллингом, но это рандом. Это рандом, детка. Детка, пипетка. Ну, будем отсюда начинать. Вариантов особо я не вижу. Опять же, Фрея. Морозим всех. Включаемся. И по максимуму выпускаем юнита. Ой, отлично, отлично, отлично. Просто. Просто супер. Подождите, какие-то я подземки прохожу. Это разве пятерка? Пятерка там же, по-моему, череп. Или это все-таки пятерка? А, да, это пятерка. Так, 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 так. Не дохнуть, ворожей. Блин, 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 блин. Ну тут вся надежда на то, что сейчас будет ворожей сзади стоять немножко. Так, отлично, отлично. Не подбегаем пока к черепу. Фрея, гаси его, блядь. Гаси. Отлично. Супер. Держимся, держимся, ребята. Это будет реально четенько, если вот так вот сейчас ворожей будет просто сзади стоять. Не будет спешить идти вперед, это будет отлично. Он будет нам давать подхил, они будут агриться на этих вертолетиках. Давайте, 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 я вас верю. Надо, надо, надо пацану затащить. Надо, просто необходимо затащить эту подземочку. процента. Тащите, блядь. Пятьдесят секунд, блядь. Давайте, 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 давайте. Блядь, тыквы нету. Это сейчас может быть то же самое, что в предыдущий раз, блин. Обидно. Очень обидно. Тридцать секунд. Блядь. Не успеваем, походу. Да, не успеем, сука. Тыква, видите, тыквы не хватает. 15 секунд. Нам бы каких-то еще 10 секунд, думаю, и мы бы это все затащили, разрулили. Так, окей. Так, хватает у нас. Да, у нас хватает как раз на две креселки. Попробуем. Еще разок. Ну, я думаю, он сам уже попробует, если что. Конечно, с такими героями. Сейчас я вам их еще раз покажу. Мы смогли хоть какое-то чудо сделать на его аккаунте. Так, вот такой вот Купидон. Там можно, я думаю, даже Купидона, наверное, убрать. Толку от него никакого нету. Давайте поставим сюда. Кого такого интересного взять? Тесса, стрелок. Стрелка поставим. Либо вот так вот сделаем. Давайте так попробуем. Правда, я не знаю, как сейчас тыковка будет себя вести в такой сборочке. Ну, я надеюсь, что нормально. Так, Фрея. Блокируем всех. Максимум спама выпускаем. Так, ну тут черепа, 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 черепа. Эй, 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 эй. Черепов кто будет убивать? Эй! Блять. Не, видите, все-таки горгул это.
Это реально минус. И самое обидное, что... Да, видите, все. Ну, я надеюсь, он все-таки ее пройдет. Вот такой у нас был роллинг. Побежали на мой новый аккаунт. Попробуем у меня что-то затащить. Затащить. Не подземочки, конечно. Сейчас попробуем пару легенд топовых выбить. Опять мой читерный аккаунт. Максимум вместимости, как обычно. Некуда нам ролить. Лимиты везде стоят. Короче, жизнь боль, ребят. Так. Сейчас я подсливаю немножко. Так, окей. Откуда это все? А, это я вчера что-то открывал. Думаю, что за хрень. Ну, поехали. Тык. Тык. Гаргул череп. Нормально тогда сразу. Дабл. Дабл такой чит. Ведьма. Паладин. Дракос. О, это мне что-то напоминает. Седна, блядь. Ну, что я могу вам сказать? Еще одна седна. И скажите, что здесь не накручено. Химера. Ну, химера это такое. Ну, тоже, как видите. Третья седна, ребят. Ну, это просто... Я не знаю. Тройной чит. Призрачный всадник. Профессор Рибет, ну что вам сказать, Повелитель Бури, это мы на 25к, Атлантикор, это 20-25к, ну давайте еще 2000, РТшка, Кенди, Дед Мороз. Вот опять же 30, и разницу вы опять видите, что у нас получилось. Не знаю, я просто не знаю, я просто в шоке. Пишите комменты, бомбите, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно поддержите парня, участвуйте в акциях. Вольт, Некрос, куча разных призов, талантиков. Все, всем удачи, всем пока.